в этом видео я позвал Джона, Бориса и Дружару, чтобы они сыграли в моем шоу ДБД. А награда будет 18 тысяч долларов, которые залежали у меня в кармане. Как всегда, ДБД. А первый у нас будет Дружара. Давай начнем с оружия. Оружие пусть у нас будет какое-нибудь... классное. Так, например, АК-47. По одежде... О, давайте сделаем военного. Испытаем юниты. Оу, вы только посмотрите. Перезаряжайся быстрее, чувак, чел, перезаряжайся. Убился. Ну-ка, давай-ка еще раз. Вы только посмотрите, как это имба, чел. Имбалансный чел. Вы только посмотрите на него. АК-47. Значок, значит. Вот такой классный значочек. Сохраните юнита. Все, 730, это нормально. Новый юнит. Давайте еще одного юнита создадим. Оружие. Какие-нибудь гуандао. Так, тут надо какой-то классный костюм. О, нормально. Вот только посмотрите на этого чела. Какая-нибудь такая. Нам надо поменять цвет всей одежды на черный. Вот так, все. Посмотрите, какой у нас классный юнит. О, у него жопу видно. И выше всех. Посмотрите, какой он большой. Так, ну-ка. На, нафиг. Все, и всех убил сразу. Давай-ка еще раз. Ой-ой-ой. Как кто это? Это ведьмы. Его сейчас убьют. Спорим на 5000? Все, он умер. Сразу 5000. Ну или подписка на канал. Новый юнит. Мне сказали, можно мне немножко схитрить. И сделать Зевса. Попробуем испытать юнита. Так посмотрите, как он быстро всех вышибает. Так он сейчас дракона убьет. Посмотрите, он сейчас убьет Он убил дракона! Все, последний чел остался. Это маг. Это Геральт Хогвартс, не знаю. Сейчас его раскрутит. Ау, взрыв большой, молничный. Но молния не вредит Зевсу, она только его... Черт. Убей мага, Он убил мага. Как думаете, кто выиграет? 9326 человек или армия дубиноносцев вместе с защитниками. Короче, армия, племя Homo sapiens. Вот. Вот, 9326 человек или 9423 человек. Кто выиграет? Мне кажется, 9326 человек, потому что они сильнее будут. Смотрим в замедленной съемке. О, пацаны. О, так они же сейчас срут. Посмотри, уже все умирают. Нет, мы умираем. Ой-ой-ой. А мамонты бегут, мамонты идут. Опа-на. Мамонтов же высокий урон. О, первого мамонта завалили, кстати. Он уже умер. Он уже провалился. Победа за красными. Анка. О, вы посмотрите. Сразу вынесли толстяка. Ой, Зевса сейчас убьют. Ну, может, Зевса и не убьют. Победа за красными. Зевс взорвал два танка одновременно. Только посмотрите. Вы видели это? F. О, смотри, какая красивая картинка.
Это было так классно. 5-6, тоже 6 человек. Еще раз. Еще одно. А, не, он выжил. Мне кажется, я сейчас убью Торов. Так подождите. Так подождите, все. Осталось 2 Тора. И Зевс тоже выжил. Может быть, даже викинги не смогут справиться. Ну-ка, берсерки. Дофигища берсерков. Просто дофигища берсерков. Ледяные. Да ты отстань. Много ледяных лучников. 3 ярла. И дофигища варваров еще. Давайте посмотрим, кто выиграет. Лагает. О, сколько же. Сколько. А как меня зовут, я забыл. Ошалеть, мне кажется, Зевса убили. А, не, Зевс жив. О, пацаны. Не, пацаны не на того напали, Зевс-то все еще жив. Зевс-то все еще жив. Зевса убили. Ничего не могу. Опа-на! Вы посмотрите! Так, Боря, блин, давай, давай, иди ко мне. Иди ко мне, иди ко мне, Боря, блин. Иди ко мне. Вот сюда, Боря. Это был не. Фух. Ну, такие вот дела, что кучка викингов способна победить даже Зевса. Но кучка туземцев не может победить даже Зевса. Так что переходим на Бориса. И это я. Я, внимание, Борис, 27 секунд. Создаем своего персонажа, так как я уже играл в игру, и все такое. Я умею создавать из персонажей в ТБСЕ, а то есть Totally Accurate Battle Simulator. Вам понятно? Вам понятно? Вам понятно? Ух, давайте создадим. Сказали по 3 юнита, но мне кажется... Смотрим. Название юнита. Название юнита. Супергерой. Нормально вообще. О! О! Ну-ка, ну-ка, давайте еще сделаем его летучим. По-моему, вот, где-то здесь парение. Пацаны, он будет парить. Псы, блин, соседи. Это будет у нас что-то типа Человека-паука. Сапог? Смотрите, это же Человек-паук с хвостиком. Испытатель не то. Воу, что он делает? Человек-паук офигел совсем. Ты кто такой? Давай теперь какого-нибудь создадим военного. Испытать унита. Ой. Прям это гигант, он в 2 раза больше его. Стреляй в него. Стреляй в него. Оу, вы видели это? Вы это видели вообще? Все. И сейчас я хочу создать какого-то супер-пупер большого юнита. С какого-то супер-пупер большого, например. 3x юнита.
Ну, давай-ка посмотрим, победит ли он всех или нет. О! Кстати, против него вышли гигантские самураи. О-о-о! И гигантские самураи больше него. Посмотрите, как он их разносит просто! Так, первый у нас Джон против Дуржары. Надеюсь, я выиграю. Я как бы тоже надеюсь. Они расставляют свои юнитов. Так, я, значит, Дуржара, я... Лимит денег 10 тысяч. То я просто наставлю Зевсов. А то всякие ничего не сделали. И я кашек. А я, значит, наверное, супер... А, нет, я, значит, наверное, танцующих челов 3 поставлю. А, не хватает. Ну, я, значит, тут каких-нибудь еще чувачков. 4-4. Лучники. У Джона лучники стреляют, но... И АК-47 тоже. Черт, давайте, убейте их. Давайте, давайте, скорее, убейте их. Дружара выиграл. Так, у меня вообще жестко, пацаны. Давайте сначала израсходуем супергероев. Посмотрим, на что они все способны. Итак, бой начинается. О, они сразу полетели. Вы посмотрите на них. Опа-на. Так, подождите. Вот эти, что ли, мертвые уже? Как так-то? Кто их убил-то? Подожди, это мертвый бой, но ты выжил. Ну, короче, Борис выиграл. Мне интересно, они как сразу-то умирают так? А, они друг в друга сталкиваются. Вот они ударяются и не могут друг друга все. Это синхронное уклонение. Оу. Он сразу умер. Окей. Это ладно. И остались там тущие пацаны, короче. У Джона. Но мне кажется, ему сейчас руку дадут, и он умрет. Промахнулся. Наша леть. Что при... Ты один живой остался. И ты один живой остался. Вы вдвоем живые остались, пацаны. Отстреливайтесь. Оу, как их быстро убили-то. О май гад. Ну, короче, опять выиграл Борис. Финальный батл. Сейчас лимит 50 тысяч. И кто проиграет, тот лошара на всю жизнь его обкидает яйцами. Мы это не покажем. Чек. Так, супергерои сразу летят. Летит. Летит. И летит. Ну, сейчас посмотрим, кто выиграет. Зевсы уже собрались в кучку. Ой, Зевсы уже собрались в кучку. О! АК-47 раздает жару. Ни одного Зевса еще не убили. Оу, ты посмотри, АК-47 просто уничтожили нафиг. Зевс, Зевс живой? Зевс живой? Зевс мертвый! Они их убивают просто. Ты видишь? Они их просто убивают. Что происходит? Где происходит? Смотри. Борис опять выиграл. Борис опять выиграл за счет своих супергероев. Неожиданно, но Борис выиграл. Так что... отдаем ему 18 тысяч рублей. Ну, он пока... он потратит эти 18 тысяч рублей на корм. Да, Боря? На корм, на домик и на всякое остальное. Так что, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и всем пока.
Пока. Пока. Пока.